Приветствую! Сегодня поговорим о магнии. Магний это щелочно-земельный пластичный металл серебристо-белого цвета. В периодической таблице Менделеева обозначается как МД от латинского магнезиум. Так назывался город в Азии, в районе которого были впервые обнаружены залежи магнезита. В конце 17 века в Англии из минеральной воды была добыта соль с горьким вкусом, оказывающая слабительное действие. Ей дали название Эпсомской соли. В ее состав и входит магний. А в чистом виде его выделили уже в 1808 году в той же Англии, сэр Гэмфри Дэй. Существует мнение, что химический состав человеческого организма подобен составу мирового океана. Соответственно, магний принимает активнейшее участие в биохимических реакциях любого живого организма, в том числе, естественно, и человеческого. В организме 70 грамм магния и 60% в костях и мышцах, и более 20% в мягких тканях и жидкостях организма. Действие микроэлемента заключается в участии в метаболизме организма. И, следовательно, магний является одним из основных элементов жизнедеятельности. Он активирует работу более 300 ферментов и витаминов группы В. Участвует в углеводном, белковом и липидных обменах. Вот сами понимаете, какое у него довольно-таки очень важное значение. Ну, опять же, возвращаясь к прошлым лекциям, могу сказать одно: что. Все абсолютно нутриенты имеют очень важное значение. Просто какие-то в большем количестве принимаются, какие-то в меньшем. Но все они нам нужны для нашего организма. Магний называют металлом жизни, ведь без его действия, то есть без тех функций, что он выполняет в организме, станут невозможными многие физиологические процессы. И в первую очередь такие важные, как функционирование нервной и мышечных тканей. За эти свойства для всех биологов магний состоит в одном ряду с кислородом, углеродом, азотом и водородом, самыми важными элементами во всех живых организмах. Благодаря действию магния происходит терморегуляция организма, обмен натрия, кальция, фосфора и витамина С. Его активная форма ⁇ это положительные ионы, которые и образуют различные органические соединения. Эти же ионы регулируют функционирование нервной ткани и мышц, а на клеточном уровне контролируют работу калийно-натриневого насоса. Самое большое количество микроэлементов скапливается в костях, мышцах, печени и тканях нервной системы. В организме он не синтезируется, поэтому его источниками являются продукты питания, соль и вода. Оказав полезное действие, магний удаляется вместе с продуктами жизнедеятельности кишечника. Магний играет очень важную роль в организме, ведь он один контролирует всю работу клеток. Формирование белка, обмен веществ, деление, очистка. Этот микроэлемент важен для всех иммунных процессов в случаях аллергии, стрессов, воспалений, действует как противотоксичный и противоанафилактический фактор. Магний – это сильное лекарственное средство от многих заболеваний, таких как таких вот довольно-таки очень серьезных, как инфаркт миокарда, нервные различные заболевания, склероз, лейкемия и другие онкологические болезни. В с витамином В6 он синтезирует лецитин, аминокислоту, которая регулирует количество холестерина. Таким способом магний воздействует на сердце и сосуды. Магний – это партнер кальция. Он может быть и антагонистом кальция, а может быть и синергистом. В разных ситуациях все совершенно по-разному. В любом случае, правильно называть его партнером кальция. Соотношение кальция и магния в питании должно быть 2 к 1. 2 кальция, 1 магния. Органические соединения наиболее усвояемые, похожи на соединение кальция. Также аскорбат, цитрат, лактат. Неорганические соединения – это сульфат магния, он не усваивается – и действует как сильное слабительное на наш организм. Внутривенно, вот именно внутривенно, как источник магния, в некоторых случаях применяют магнезию, сульфат магния. Примерно 80% людей страдают дефицитом магния и кальция, так как они связаны между собой. Суточная норма микроэлементов в среднем составляет 400 мг. А точнее рассчитывается уже в пропорции 0,05% от общей массы тела. Это вот такая более правильный будет расчет суточной дозы. Потому что кто-то более больше вес, у кого-то меньше вес, ну, более правильно рассчитать можно магний вот таким образом. И, к примеру, вот для детей норма будет 200 мг, для беременных и кормящих 450-500, а для людей, подвергающихся длительным физическим нагрузкам, тренировкам и так далее, потребность возрастает до 600 мг. Но это тоже будем рассматривать в отдельной лекции. Какие факторы, способствующие истощению запасов магния? В первую очередь, физические нагрузки, активная умственная деятельность, соль, переизбыток соли, рафинированный сахар, алкоголь, курение, диуретики, все, что мочегонное. И тут потери не только магния и кальция, а вообще всех остальных минералов. Они очень быстро вымываются, уходят вместе с мочой. Симптомы дефицита магния, и их, в общем-то, довольно-таки очень много. Это бессонница или ужасающее сновидение, усиленное потоотделение во время сна, разбитость при побуждении, Боли в спине, в суставах, мигрени, головокружение, потери равновесия, головные боли, сложности с концентрацией, боли в сердце, аритмия, болезненное ускорение сердцебиения. Симптомы дефицита магния, и их довольно-таки очень много. Это бессонница или ужасающие сновидения, усиленное потоотделение во время сна, разбитость при побуждении, боли в спине, в суставах, мигрени, головокружение, потери равновесия, головные боли, сложности с концентрацией внимания, боли в сердце, аритмия, болезненное ускорение сердцебиения, хроническая усталость, гиперчувствительность к переменам погоды, которая также вызывает болезненные ощущения в мышцах, суставах, зубах, предменструальный синдром, судороги в ногах, подергивание век, артриты, мышечная атрофия, покалывание и одервенение в конечностях, кариес на зубах, выпадание волос, ломки и слоящиеся ногти, потеря эластичности сосудов, камни в почках. Происходит это при нарушении баланса между кальцием и магнием. Фибромиалгия в общем-то, довольно-таки очень много. Ну, одно утешение. Одновременно они никогда не проявляются. Ну, в принципе, сами понимают, что даже поодиночке могут доставлять довольно-таки очень неприятные ощущения. И в первую очередь, все-таки стоит проверить уровень магния в крови, да и других элементов, прежде чем принимать узконаправленное лечение от какой-либо болезни. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что переизбыток нутриентов зачастую бывает еще хуже, чем его гиповитаминоз. Лекарство вообще однозначно может нанести вред. С этим надо быть очень внимательным и очень осторожным. Кстати, женщины намного сложнее переносят недостаток магния с физиологическими и гормональными особенностями. С дефицитом этого элемента как раз и связаны симптомы ПМС. Раздражительность, отечность, болезненные различные явления. Для женщин также будет важен тот факт, что магния не последний элемент синтеза коллагена, белка, представляющего основу красоты кожи и упругости сухожилий. Недостаток может быть вызван неправильным питанием. Также он может быть при дефиците витамина D, алкогольной, наркотической зависимости, при панкреатите и сбоях паращитовидной железы, употреблением гормональных препаратов. Еще более реальными причинами дефицита магния в современном мире можно назвать увеличение физических и умственных нагрузок, частые стрессы, ну и так называемый знаменитый фастфуд. А если копнуть еще глубже, то окажется, что наши земли уже истощены из-за интенсивных урожаев. Также не хватает там, различных металлов в землях, значит, зато очень много удобрений органического характера, ну, и различные промышленные токсические отходы. По результатам исследований Всемирной организации здравоохранения, содержание минералов и полезных веществ в продуктах растительного происхождения в последние годы, буквально последние 20-30 лет, уменьшилось 10-20 раз. Я уже говорил об этом, и мы еще не раз будем акцентировать на этом внимание. Есть интересное наблюдение, что в городах с жесткой водопроводной водой, с преобладанием кальция, здоровье у людей более в лучшем состоянии, чем при мягкой водопроводной вот этой питьевой воде. У жителей более спокойнее ритм сердца, меньше холестерина в сосудах, меньше гипо- и гипертоников среди населения. Мало того, в местностях с высоким содержанием магния в почве и воде рекордно низкий уровень заболеваний онкологического характера. Кстати, вот жители городов, особенно мегаполисов, живут в постоянном стрессовом состоянии, при котором основная масса магния попросту сгорает. И так появляется цепная реакция, развивающая еще большие стрессы. Ну, то есть магния расходуется и тем самым вызывает еще большую его нехватку. Такое состояние к тому же вызывает большие энергетические потери. Есть, нехватка магния у детей. Родителям часто кажется, что чем больше ребенок занят учебой и дополнительными факультативами, тем лучше для него. И мало кто задумывается, что сама школа, спортивные секции, разнообразные кружки способны очень быстро истощить нервную систему и создать очень большой дефицит магния у детей. Стоит обратить внимание на такие симптомы как быстрая утомляемость, а соответственно проблемы со сном, концентрации, вялость, капризы, судороги. Все это может быть служить первыми признаками нехватки данного микроэлемента. На слайде вы видите таблицу содержания, где может содержаться магний. Есть, по количеству содержания в земной коре магний занимает восьмое место среди минеральных веществ. Он в принципе довольно-таки очень распространен. Природными источниками магния является в первую очередь морская вода, ископаемые минеральные отложения, различные рассолы. Очень хорошим источником могут являться тыквенные семечки, какао, семена кунжута, вот как и кальция, да, пшеничные отруби. Сасывание органических соединений магния в основном происходит в 12-перстной и толстой кишке. При чрезмерном употреблении кофеина, алкоголя и калия организм теряет значительную часть магния с мочой. Просто-напросто выводится у нас, не использованную. Значит, какая роль магния в организме? Это в первую очередь, участие в производстве и реализации энергии, в синтезе АТФ, то есть в энергоносителе. Ну, вопрос АТФ, что это такое, где и как он образуется, мы тоже будем рассматривать в отдельной лекции. Это энергетика любой клетки, любой ткани, любого органа. И наиболее энергозависимые, естественно, это мускулатура, сердечная мышца и мозг. Дефицит энергии влияет на очень многие заболевания нашего организма. И магний, принимающий непосредственную участие в синтезе АТФ, важен для нашего здоровья. И, кстати, слабость мышц матки во время родов происходит из-за хронического дефицита магния во время беременности. АТФ в клетках существует только вместе с магнием, в одном соединении. Это единая система. И без магния он просто-напросто не существует. При приступе сердечной недостаточности магнезию назначают внутривенно именно для быстрого образования молекул АТФ и их поступления в сердечную мышцу как энергоносителя. Такой резкий всплеск энергии, чтобы прошел. Ну. Также магний является физиологическим партнером кальция, регулирует высвобождение ацетилхолина и холинергических рецепторов нервной ткани. Влияет на перенос ионов кальция, влияет на высвобождение адреналина, норадреналина. Это реакция организма, в том числе и стрессовая. Влияет на структурирование нуклеиновых кислот компактная упаковка генетического материала в хромосомах. Дело в том, что если нуклеиновую кислоту, одну молекулу, выпрямить в такое вот ровное положение, ее длина будет составлять около двух метров. И принимает участие в обмене углеводов, жирных кислот, стероидов, нуклеиновых кислот, прежде всего вот через АТФ. И кроме того, магний является метаболическим партнером витамина В6, которые имеют большое значение, влияние вот на обмен веществ в нашем организме. Также он нормализует функцию сердечной мышцы, влияет на обмен фосфора и кальция в костной ткани, нормализует состав костной ткани и зубов, уменьшает образование ксалатных камней в почках и мочевом пузыре при балансе, вот нормальном балансе между кальцием и магнием, препятствует токсичному действию свинца, регулирует сахар крови, что очень необходимо для диабетиков, тоже происходит и через АТФ влияет на холестериновый обмен, агрегацию тромбоцитов. Фактически магний тормозит синтез холестерина в организме, что, естественно, сказывается на состоянии крови и стенок сосудов. Налаживает работу нервной системы, снижая уровень раздражительности, устраняя бессонницу и стрессовые состояния, расслабляет мышцы, в том числе и гладкую мускулатуру. Влияет на развитие плода, сокращает риски выкидышей и преждевременных родов. Улучшает состояние мочеполовой системы, что, в общем-то, особенно важно во время ПМС и климакса положительно действует на органы пищеварения. Всасывание магния мешают те же факторы, что и при всасывании кальция. Особенно диуретики, которые могут применяться для каких-либо целей. Как вот я уже говорил в лекции по кальцию, вот особенно для похудения. Вот эти все различные часы, чаи для похудения и так далее, они очень перенасыщены диуретиками и худея, особенно неправильно худея, особенно худея различными чудо-продуктами, которые вам обещают, что вы за месяц там 10, 20, 30 килограмм сбросите, вы наносите очень большой, очень большой просто вот словами не передашь какой огромнейший вред своему организму. Нормальное худение 2-3 килограмма в месяц, не более. Если более, это уже вред организму. В том числе и по магнию, в том числе и по другим вопросам, которые все это мы тоже будем рассматривать в отдельной лекции. Также на всасывание магния имеет очень большое влияние эстрогены и различные контрацептивы. В отношении человеческого организма очень важно соблюдать меру. В отношении магния как микроэлемента принцип чем больше, тем лучше, не самый лучший вариант, так как его избыток также наносит вред, как и его нехватка. Значит, первыми признаками является сонливость, вялость, угнетенное состояние. И это происходит за счет торможения усвоения кальция избытком магния, что вызывает эффект наркоза. Замедляется сердечный ритм, снижается кровяное давление жажда появляется, рвота, слабость в мышцах. Вот. это вот таковые симптомы интоксикации магния. А причинами служит почечная недостаточность, обезвоживание, передозировка препаратов, содержащих магний, а особенно при внутривенном введении. Поэтому, когда делают внутривенно, да, когда приступ, когда человеку плохо, вот сделали один раз, да, запустили механизм, сердце начало биться, все, дальше не стоит слишком увлекаться этими вещами. Также значит, причинами служит термическая обработка и консервация различных продуктов. Признаками избытка магния считают вот, понос, тошноту, рвоту, сонливость, замедление пульса, нарушение координации, нарушение речи, усыхание слизистых вот, во рту и носу. Взаимодействие с другими веществами. Взаимодействие с другими веществами магния оказывает два полярных действия. Он либо дополняет, либо противоречит. Так, например, витамин В6 помогает ему усвоиться, а кальций препятствует всасыванию ЖКТ. Оптимальное поэтому соотношение кальция к магнию 2 к 1. Также магний снижает эффективность антибиотиков тетрациклинового ряда препаратов железа, антикоагулянтов. Поэтому медики рекомендуют соблюдать вот минимум трехчасовой интервал между приемами вот этих препаратов. А вот жиры и волокнистая пища уменьшают полезные качества элемента, образовывая вместе с ним такие вот неусваряемые соли. При приеме фолиевой кислоты и витамина D3 вырастает активность ферментов и кальция, а значит и потребность в магнии. Хорошо помогает микроэлементу усвоиться витамины А, В6, С, Д, Е и фосфор в таком вот в адекватном количестве. Большое количество сахара вызывает увеличение выделения магния с мочой, следствие метаболизма инсулина. Так же, как и высокобелковый рацион влияет на организм, которому постоянно нужны новые и качественные стройматериалы. Особенно это вот важно для спортсменов, беременных, кормящих женщин. Дефицит магния вызывается приемом дигиталиса, диуретиками различными, как я уже говорил, тот же форсими, те же чаи для похудения, тот же кофе. Ну, и не стоит забывать, конечно, о консультациях со специалистами во избежание проблем со здоровьем. Будьте здоровы! Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. До новых встреч.